В Тюмени продолжается сезон опрессовок. Сегодня начался третий этап. Работники УСТЭК проверят 130 километров сетей. Параллельно опрессовка идет в домах. И это зона ответственности управляющих компаний. О ходе работ узнала Елена Старых. Пока УСТЭК проверяет теплотрассу, в каждом подвале кипит работа. Инспектор приходит проверить, все ли готово к отопительному сезону. Это система теплового узла. Опрессовочное давление здесь повышают до 10 килограммов на 10 минут. Узел готов, выдерживает нагрузки. Но к этому моменту готовились 2 недели. Несколько бригад, и каждый участок выполняет ту или иную работу. Ну, соответственно, сантехники идут, готовят тепловые узлы. Сначала там чистят, промывают, прокладки меняют, манометры снимают, проверяют, увозим. Это гидропневматическая промывка системы отопления. Если вода чистая, то все в порядке. Если грязная, значит сети забиты и потребление энергии будет больше, как и счета у жильцов. Инспектор проверяет множество пунктов и составляет протокол об испытаниях. В этом доме на улице Линейной новое оборудование, поэтому проблем нет, но бывает иначе. Тогда выписывается предписание управляющей компании. Управляющая компания ведет уже различные мероприятия, чтобы предотвратить. То есть там ремонтные работы, замену каких-то элементов. Вот с нашей стороны это ведется контроль за этими действиями. Если управляющая компания не справляется, то принимаются кардинальные меры. Департамент городского хозяйства попросту не выдаст паспорт готовности. Тюмень сегодня на третьем этапе опрессовочных работ. Сейчас горячую воду отключили у жителей КПД, улиц Пермякова, Энергетиков, Одесской и частично Республики. Всего 130 километров тепловых сетей. Но на этот раз не на 14 дней, а на 12. Практика сокращения на 2 дня каждого из последующих этапов гидравлических испытаний, еще нам предстоит 5 этапов, впервые применяется единой теплоснабжающей организации Тюмени. Законодательством предусмотрено 14 дней. Слаженная работа, а также высокий профессионализм сотрудников стали основанием для принятия руководством компании решения о сокращении этого периода работ с 14 до 12 дней. Всего горячую воду отключают в 7 этапов. Опрессовка в этом году закончится 21 августа. Елена Старых, Владимир Кондратьев, Тюменская служба новостей.